Здравствуйте всем, дорогие друзья, с вами Акамарачи на связи. Мы сегодня с вами в Украине, на озере, как оно правильно называется, точнее реке Домаха, река Домаха. И я бы хотел сегодня вам рассказать, как тут можно пофармить на карасе. Да, как бы это глупо не звучало, но именно пофармить на золотом карасе, потому что он стоит неплохих денег. И, как я понял, для этого озера, да и дальнейшем, для реки точнее, и в дальнейшем мне нужны будут более такие хорошие снасти, но их у меня нет, и поэтому надо как-то пофармить. Квесты я уже все выполнил на деньги, вот у меня вот последний здесь остался, висит 51 килограмм, взял спиннинг, хочу быстрее выполнить. И все, ребятки, и хочется, знаете как... Хочется быстрее это все выполнить и половить дальше карася. И побольше денег, естественно, заработать, чтобы добиться... Добиться чего добиться? Добиться хороших снастей. Вот. Покупки хороших снастей. И вот я пришел и фармлю здесь. Смотрите координаты. Я вам сейчас покажу, вот где база находится, где я. Сразу же на базе. Я не стал лазить по другим местам искать. Вообще, как бы я лазил, искал... Ну, что-то все как-то скудно, грустно и печально, если честно. И в итоге я решил остановиться именно здесь, на этих мостиках, и ловить. Смотрите, сколько я уже наловил карася. Да, именно золотой карась. Прям крупного синего у нас не очень много, но достаточно. Иногда попадается густерочка, подлещичек иногда проскакивают. Но окунь это я уже поймал на вот эту вот лабуду. Окунька я выловил. А так, карасик, крючок, давайте покажу сборку сразу. Обязательно. Все то же самое, все без изменений. Единственное, только вес на 15 я поставил. Маленький крючок, единичечку и перловка. Ловлю я именно вот так. На опарыш пробовал, на опарыш клюет линь. Много линя, в основном линь клюет. Клюет этот, скажите мне, тоже другая белая рыба. Ну, то есть, ну... Большая часть... Ой, что я убрал спиннинг? Я что-то пропустил, какая у нас удочка клюнула. Большая часть белой рыбы. А на перловку как-то в основном идет тут карась, подлещичек и густера. То есть разброс по рыбе не такой большой. Но в основном, как вы могли наблюдать по садку, то это карась. А карась это наши основные деньги, которые я как бы хочу заработать. Ну, это такое дело, естественно, вы можете фармить этого карася на пре, он там очень неплохо идет, и нормально он там фармится, просто, если вы пришли сюда, допустим, выполнять ежедневный квест, чтобы заработать денег, вы можете вот так вот блеснить, а вторую удочку поставить, две удочки, точнее, донки поставить, чтобы фармить карася. Неплохо очень это все делается, и ловится неплохо. И так потихонечку вот можно нафармить денег заодно и на карасе. А почему груз такой маленький? Потому что видите, вот куда он закидывает. Чтоб далеко не кидать. Как я понял, здесь далеко шпулять смысла нету, потому что, посмотрите, до ямы мы все равно с вами не докинем. И в этом нет совершенно никакого резона. Кидаем недалеко, я не знаю, на сколько там метров мы кидаем. На шпуле, вот надо посмотреть, сколько лески у меня на шпуле. И примерно можно выявить длину заброса. Давайте так и сделаем. У меня на шпуле... ...50 метров, да? 0,2. Короче, полтинник. Ну, кидаем мы... Ну, где-то метров, наверное... Да ну, 18. Где-то так примерно на скидочку мы кидаем. Где-то вот так. Почти до половины. Но этого вполне хватает. Клюет зачетный карась. И карась крупного веса золотой. Этого хватает с головой. Поэтому, ребята, приходите. Не надо бояться, что как бы стоит 25 денег. Ой, ну 25 единиц, короче, монет. Переезд сюда. Во-первых, тут ежедневный квест есть. Если у вас есть вот этот вот спиннинг, а я думаю, он у вас по-любому есть. Если у вас такого нету спиннинга, то его давно надо было приобрести. Тем более, если у вас уже открылась эта локация, то, я думаю, да, должен быть он точно у вас. И уже с его помощью, естественно, как-то
Выполнять ежедневный квест на 51 килограмм. Можно как бы его и на карасе выполнить, но это долговато. Спиннингом это выходит быстрее намного. Выполняете ежедневный квест и все. О, плотва. Плотву ни разу не ловил здесь, честно. Это вот первый раз она попалась. Но это ожидаемо, потому что насадка перловка. И вот так вот можно спокойненько ловить. Знаете, вообще не переживая ни о чем. Выполнять ежедневный квест. Заодно подфармливать на карасике. И вот, смотрите, что-то клюнуло серьезное. Серьезное. Ну, что может на перловку клюнуть? Сазанчик может зайти. Карпик может зайти. Тоже. Они тут есть. Линь может неплохой зайти. Линь до, где-то до 2,5 килограммов может быть. Ну, сейчас посмотрим, что это. Это карпик, по-моему. Зеркальный вроде бы даже. А, не, обычный карп. 2 килограмма карпик. Дальше говорю, ожидаемо. Все ожидаемо. Разброс, потому что рыбы. Но карась, я же говорю, карась идет. И карась идет хорошо все равно. Поэтому это место я могу смело вам рекомендовать для выполнения ежедневных квестов. Просто для фарма. Посидеть для души, половить карасика. Но вот ближе к вечеру, жюрю, вот карпик зашел, плотвичка зашла. А вот с обеда сидел где-то с 12 по времени, то заходил один карась. Ну вот еще один у нас пришел, тоже крупненький. А крупный карась — это хорошие деньги. Итак, дорогие друзья, мы с вами поймали карасей неплохо. Вот глядите, сколько у нас карасиков получилось. Плюс еще карпик, не считая вот этой последней щуки. Сейчас я ее отдельно продам. Отдельно щучку мы сейчас продадим. Щучка 13 рублей стоит продать выбранное. И в итоге у нас получается, смотрите, в среднем 3,5 рубля в среднем стоит крупный карась. И в итоге мы, получается, 67 рублей зарабатываем от нашего вот этого вот улова. Довольно-таки неплохо. Мы, во-первых, отбиваем деньги, плюс ежедневный квест делаем, который он дает 254 монеты нам. Я считаю, что это очень хороший результат. Поэтому, ребята, вот сразу с мостика, как появляетесь на базе, пользуйтесь. Здесь вы можете отлично половить этого карасика, эту рыбу. И также можете хорошо поблеснить на щуку. Она тоже здесь неплохо заходит. С вами был Акамарач. Если помог, подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. И не забывайте нажимать колокольчик, чтобы приходило уведомление о новых видео. Всем покеда!